Аварийность – дорожный дефект, который зимой становится особенно актуален. Даже опытного водителя управление автомобилем, попавшим в такую ледяную западню, вызывает затруднение. Машину начинает, что называется, таскать. В худшем случае может просто занести. Примерно так и произошло на этой транспортной артерии. Неубранный снег с проезжей части, интенсивное движение по Сармановскому тракту и, как итог, проломленное ограждение. Дыры зияют почти каждые 100 метров. Спецтехника на дорогах встречается нечасто, уверяют автолюбители. Не справляются. Вообще не чистят, можно сказать. Касса на дорогах, на обочинах не встать, нигде не прижаться, ничего. И ямы есть, и дырки есть на дорогах. И снег в основном остается после уборки даже. Все равно не так, как надо. Между тем, автомобилисты порой сами препятствуют своевременной очистке снега, оставляя свои машины вдоль местных проездов и проспектов. Был составлен график уборки городских дорог. Сегодня техника работала на участках у остановок «Центральная» и «Студенческая». Ну, улицу поливаю от Студенской. Сейчас вот 4-м это место зайдем. Там будем убирать. А еще какие места будут сегодня? Ну, это пока не знаем все. Это, ну, местным мы, наверное, вечером уже это. Я не знаю, где грейдер, где работает. 28 декабря дорожную службу посетят проспект Мира со стороны 28-го комплекса. 31 декабря со стороны 27-го. 30 декабря местный проезд со стороны 4-го комплекса. Остается надеяться, что после Нового года власти обратят таки внимание на другие проблемные участки. Татьяна Каранаева, Алексей Штунов. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.